телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В модуле диспансеризации без проблем можно сделать прививку от гриппа. Я вообще сторонник всех прививок. Участники художественной мастерской «Стрекоза», которая работает в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие», готовятся к выставке. Моя задача – человека убедить, поверить в себя. Ежегодно в России в конце октября отмечают День тренера. А наши спортсмены занимают высокие места, становятся призерами, чемпионами. В Ленинском городском округе продолжается вакцинация от сезонного гриппа и других заболеваний. Для удобства жителей в модуле диспансеризации ежедневно работает кабинет, где можно сделать прививку и защитить свое здоровье. Видновчанка Вера Воронина ежегодно проходит вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции. Уверена, что такая практика укрепляет ее иммунитет. Я вообще сторонник всех прививок. Значит, моя работа, сейчас я на пенсии, а моя работа вообще была связана с большим приемом больших количества людей. Вот. И я прививалась лет 20 от гриппа. Кстати, когда начала прививаться от гриппа, перестала болеть ОРЗ. Вот удивительно неподтвержденный, наверное, факт, но вот так. В отделении профилактики открыт специальный кабинет для проведения иммунизации, где пациенты могут сделать прививку 10 видами вакцин от разных заболеваний. Делают от гриппа, делают от пневмокока, другие вакцины делают и кори, и какие вот нужны для работы, гепатиты, Б. В общем, все вакцины у нас, какие в наличии есть, ну, пользуются спросом. Прививочная кампания в муниципалитете стартовала еще в сентябре. Но, как утверждают врачи, вакцинироваться от сезонного гриппа можно до конца ноября. Пациент может посетить врача-инфекциониста или терапевта и далее после осмотра и отсутствия противопоказаний осуществить вакцинацию. Для удобства своих сотрудников многие руководители организуют вакцинацию на рабочих местах. Для проведения процедуры приглашают медицинские выездные бригады врачей прямо на предприятие или в учреждение. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Художественная мастерская «Стрекоза», которая базируется во Дворце культуры «Видное», была создана 4 года назад. Она работает в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» и объединяет творческих людей преклонного возраста. В настоящий момент они готовятся к выставке, которая откроется в ноябре. Вот это, а видите, как техника? Небо красивое, да? А видите, как техника? Вот она потихонечку, потихонечку, а сейчас третья еще лучше будет. Выбор работ для будущей выставки, которая получила название «Арт-дизайн», задача нетривиальная. Нужно прежде всего показать рисунки неизвестной широкой публике, заранее представить, как одна картина будет сочетаться с другой, ну и понять, что еще нарисовать, чтобы вернисаж стал законченным. Это есть тоже закон, как во всем. Развеска картин есть тоже закон. Так, ну все, я вот эти забираю. Определились с частью работ, которые будут представлены на будущей выставке, можно приниматься и за творчество. Художественная мастерская «Стрекоза» работает в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Раскрыть талант начинающим живописцам помогает опытный руководитель Елена Климашина. Помимо того, что мы здесь рисуем, мы еще знакомимся с творчеством других художников. Моя задача – человека убедить, поверить в себя, вот, привить любовь к живописи, к искусству, рассказать, что такое квадрат Малевич. Мы выезжаем иногда, редко, но выезжаем на какие-нибудь выставки. Такой комплексный подход дает свои плоды. Практически все участники мастерской в прошлом не рисовали. За несколько лет они изучили огромное количество различных техник, но самое главное – стали единым коллективом. Честно сказать, когда мы пришли, я не думала, что я здесь задержусь надолго, потому что я вообще не умею рисовать, от слова совсем. Но здесь такая атмосфера, и вот такое преподавание заинтересовывает, что сюда хочется приходить. Занятия в творческой мастерской проходят по вторникам, средам и четвергам с 11 до 15 часов. Новые работы художников и их мастерство видновская публика сможет оценить совсем скоро. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В России появляется традиция 31 октября отмечать тыквенный спас. Жители города рассказали, как они относятся к этому празднику и в приготовлении каких блюд используют тыкву. Тыквенный спас – славянский народный праздник, который издавна отмечают в России. Как в наше время относятся к этой традиции и встречают ли день тыквы жители нашего города?
С давних пор плод является символом урожая, здоровья и долголетия. Тыква созревает к середине октября. Именно в это время на нее возникает особый спрос. Жители рассказали, как часто они едят эту бахчевую культуру и какие блюда готовят из нее. Стала готовить, сказали, что готовьте тыкву, полезно же. А раньше раздавала. Придут к соседям, соседям отдам. А сейчас, говорю, надо есть, вообще-то вкусно и полезно. Каши из тыквы делаем обязательно, с пшеном, со всеми делами, с маслом вообще, и в горшке. Это вообще вот такая вот вкуснота и просто замечательно. А тыква у меня дома есть, аж 3 штуки лежат в пакете. День тыквы – это праздник добра, радости и уюта. Некоторые жители не только готовят в эту дату блюда из нее, но и сохраняют традицию отмечать события в кругу семьи. Он мне нравится, потому что мы вот поедем сегодня или завтра к бабушке, и там мы его будем праздновать. Там все родные наши. Тыква – плод, богатый клетчаткой, калием и витамином С. Эти компоненты особенно необходимо поддерживать в организме в осенний период. Употребляя блюда из тыквы, видновчане совмещают приятное с полезным. Инга Янчук, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ежегодно в России в конце октября профессиональный праздник отмечают инструкторы, тренеры, детские наставники, те, благодаря кому спортсмены достигают высоких результатов. К поздравлениям присоединяется и наша съемочная группа. В честь спортивных наставников в России придумали специальный праздник – День тренера, который отмечают в конце октября. Многие даже не знают о его существовании, но неофициально празднуют уже больше 20 лет. Эта идея прижилась в спортивном мире, потому что тренер – важная и непростая профессия. Первое и главное, что вот делают наши тренеры, это именно укрепление здоровья, особенно если касается это детей, то здесь закладывается фундамент, огромный фундамент для здоровья, ну и для нас, ветеранов. В Винновском клубе тяжелой атлетики «Богатырь» работают опытные наставники, которые в прошлом были спортсменами и имеют звание мастеров спорта. Один из них, Александр Захаров, покажет всем желающим упражнения для укрепления мышечной массы. А главное, он способен подготовить спортсменов к крупным соревнованиям. На своем личном примере, благодаря знаниям, которые мы получили в высшем учебном заведении, мы это используем для подготовки наших спортсменов. А наши спортсмены занимают высокие места, становятся призерами, чемпионами России, призерами Европы, мира. О пользе физической нагрузки люди знают не понаслышке. Регулярные упражнения улучшают здоровье, а также способны снизить риск развития многих заболеваний. Но одними занятиями не обойтись. Тренировки, сон, питание, все. Секрет успеха для любого вида спорта. Воспитанники клуба «Богатырь» довольны занятиями и хорошо отзываются о своих инструкторах и призывают всех заниматься спортом. Я хочу пожелать всем зрителям, чтобы они приходили в наш клуб тяжелой атлетики, занимались тяжелой атлетикой, и будет вам счастье. Занятия спортом придают человеку сил и уверенности в себе, а работа с тренером станет залогом успеха и позволит избежать травм и переутомления. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Любят и поддерживают как своих. Более 150 ребят в Подмосковье в этом году стали воспитываться в ресурсных семьях, которые имеют возможность взять к себе детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Предлагаем вам познакомиться с дружным семейством Котовых из села Остров. Здравствуйте, меня зовут Наталья Котова. Сегодня я вам расскажу о нашем теремке, в котором мы проживаем всей семьей. Прошу, следуйте за мной. Пока мы идем, я немножечко расскажу вам, какие у нас здесь. Здесь проходят у нас вечеринки, где мы сидим у костра с детьми, жарим сосиски, шашлыки, болтаем, даже книжки читаем. Здесь есть бассейн, там мы хорошо паримся, разгорячаемся и потом ныряем в бассейн. Пойдемте за мной. А здесь, прошу посмотреть, когда в непогода, дождик, ветер, мы ставим здесь стол, берем самовар
и болтать, ёмничать. Рассказ какие-нибудь интересные истории. Ну а теперь прошу в наш теплый дом. Слышатся детские голоса. Ну а теперь вы у хозяюшки на кухне. Посмотрите, здесь мы печем пироги. Сегодня на столе они тоже присутствуют. Аля тоже любит мыть посуду, помощница моя любимая. Вот. Здесь мы просматриваем мультфильмы, кино, играем. Здесь вот у меня для маленького ребеночка, для Алевтины всякие занятия. Сейчас мы стараемся уже заниматься. А теперь мы идем на второй этаж, потому что в нашем доме теремки не только одна норка. Проходим. Так, поднимаемся. Меня зовут Мирон, мне 10 лет. Я увлекаюсь играть в шахматы, гулять и очень люблю свои кружки. Хожу на плавание и на кикбоксинг. Но это бриллиантовая рука у нас. Да? Класс. Ну вообще папа ее посильнее поднимает. Она смелая девочка у нас, но это, по-моему, она крепко держится. В гимнастике она тоже мышцы подтягивает. В общем, молодец. Все, дочь? Да. А еще она любит в гамаке, да? Они как две обезьянки. Один вверху Мирона, а она внизу. У каждого своя эта ложа. Тоже. А сынок у нас подтягивается 15 разочков. Ну все, заставляем. Ну и сами там можем немножечко повисеть, поболтаться. Да, физическая форма у нас все в порядке. Продолжаем нашу экскурсию и направляемся в тихую-тихую комнату под названием спальня. Прошу. Вот здесь мы спим. И вот у Алевтины есть своя кроватка. Ну, давай сейчас. По лесным тропинкам ходит, водит тотик. Сколько свежих сысок у зеленой соси. Вот как. Выступали в детском садике тоже. Первое выступление у нас было. Это немножко о себе. Работаю я на заводе. У меня двое сыновей, как вы видели, и одна дочка. Очень хотелось мне свою дочку, но вот Бог послал мне вот такую замечательную дочку. Живем мы уже дружно с ней 3,5 года. Ты кем будешь, когда вырастешь? Не знаю. Не знаешь? Ну ничего, придет время, и будем определяться тоже с профессией. Любит рисовать очень красками, а еще мы любим рисовать на снегу. Мы лепим снежную бабу и ее раскрашиваем, платки ей всякие одеваем. Для меня вообще главное, чтобы вот дети, они имели сочувствие, да, вот старшие мои сыновья, сочувствие друг к другу. А еще немного о наших традициях. Ты отправляешь утром детей в садик, в школу, на работу. Я всех обнимаю, целую. Это каждое утро. Никто никогда без объятий не уходит. Всегда у нас каждый год живая елка. Мы ее наряжаем исключительно детскими руками. У нас здесь недалеко есть детский центр, прямо в нашей деревне. И мы с батюшкой, с прихожанами ходим на колядки. Мы учим их, поем под гитару. Я играю на гитаре. Вы не поверите, Алевтина, вот даже с 3 лет, но это сугубо ее вот свое. Она любит посуду мыть, она любит протирать свой стол, она даже полы моет. Как мы проводим каникулы? Мы летом мы ездим в Рязанскую область, у нас там еще один теремок, прямо на реке. Река большая, широкая Ока, мы в ней плаваем. Каждый день мы ходим плавать, нырять. У нас есть лодка, мы ловим рыбу. И сыновья очень любят рыбу, и папа у нас рыбак. Моя семья для меня значит, но она для меня жизнь. Она для меня все. Девиз – уважай, люби своего близкого. Когда ты в мире, в любви живешь, все получится. Даже невзгоды не страшны. Мы ждем тебя! Ура! Приезжай скорей! Клен, 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 клянусь любить тебя навечно. Клен, 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 любить всегда и бесконечно.
все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.